сорт острого перца Seven Pot Trinidad Douglas. Острота его от 900 тысяч скобелей до 1 200 000. Это довольно острый сорт. Срок созревания такого перчика 120 дней. Высота растения может достигать 1 метра. Это перчик относится к сверхострым сортам. Созревает он от зеленого цвета. Вот он. Видите, от зеленого. Потом постепенно переходит вот такой вот красивый шоколадный цвет. Его еще называют Seven Pot шоколад. Такие вот острые, красивые стрючки. Они имеют пупырчатую форму. Есть такой вот пожеванный. Очень красивый, очень интересный. Мое растение не превышает выше 50 сантиметров. Сорт довольно высокоурожайный. Вот посмотрите, рядом кустик. Тоже видите, сколько на нем плодов висит. Он имеет большие крупные такие вот листья. Он как лопухи. Это очень интересный сорт. Растение многолетнее, его можно выращивать как в открытом грунте, так и на подоконнике. Точно так же можно и, если у вас есть тепличка отапливаемая, вы можете выращивать его круглый год. С него получится очень шикарный, суперострый соусы. Это очень интересный сорт и очень красивый. Смотрите, какая красота. Очень красивый сорт. Растения довольно мощные. Вот такой вот красота. Смотрите, как он. Зеленый. Постепенно переходит в шоколадный цвет. Я советую вам выращивать такой сорт у себя дома. Это просто супер. Сорт просто бесподобный. Вот так выглядит перчик. Он имеет вот такую вот помятую форму. А еще он может быть вот таким, как скорпион. Вот с таким вот носиком. Вот следующий у нас тоже чем-то похож на скорпиона. Этот более просто вытянутой формы. Очень интересный сорт. Если будете выращивать у себя, он обязательно вам понравится. Сорт неприхотливый. Севать на рассаду надо где-то с 5 по 10 января. Так что выращивайте. Всем удачи. Пока.